На фуксии появились белые мошки. Что делать? Расскажем, чем бороться с белыми мошками на фуксии. Какие средства действительно работают? Фуксия – многолетнее цветущее растение. Она частенько встречается у цветоводов. И также часто поражается вредителями, в том числе и белой мошкой, которая поселяется на нижних листьях или зарывается в почву. Что это за белые мошки? Белые мошки на фуксии – это белокрылки. Паразит похож на маленькую моль, но белого цвета. Размножается активно, поселяется сначала на нижних листьях, затем переходит на верхние ярусы. Причины появления – соседство с зараженным растением, посадка в необработанную землю, содержание на балконе или возле открытого окна. Подбираем индивидуальную программу восстановления фуксии от белых мошек. Чем бороться? Прохладный душ, мыльный раствор, инсектициды, актара или фитоверм. В отличие от большинства домашних растений, фуксия хуже справляется с гостем. Обычные домашние рецепты, как шкурки цитрусовых или чесночный настой, почти не удаляют обилие мошек на фуксии. А вот химические препараты действуют безотказно, в особенности если сочетаются с механическим очищением от мошек и обработкой мыльным раствором. Химическая обработка фуксии от белых мошек. Развести 1 грамм актары на 3,5 литра. Поливать чередой с просушиванием земли в горшке по одному разу в неделю. Провести курс процедур до полного уничтожения белокрылки. Биоинсектицид фитоверм быстро убивает мошек на фуксии, если развести 2 мл на 250 мл воды. Обрабатывать по 100 мл на растение. Проводить обработки по 2 раза в 2 дня. Заменить предложенные препараты можно на актофит, агровертин, акарин. Это химические вещества широкого спектра действия и систематического использования. Подходят для белых мошек и действуют на их кишечный тракт. Требуют подготовки со стороны цветовода, в том числе проветривания помещения после использования и работа исключительно в защитных перчатках и маске. Смыть белых мошек прохладной водой, обработать пораженные листья губкой в мыльном растворе также помогает при удалении паразитов с фуксии. Важно не перепутать белокрылку с подурами. Это прыгающие паразиты в грунте, которые пожирают корни цветка. Чтобы быстро избавиться от белых мошек на фуксии, лучше использовать проверенные и предложенные выше рецепты, а затем заняться восстановлением цветка вручную. Обязательно пересадить цветок в свежую и обработанную землю после восстановления, использовать подкормки и систематический полив для полноценной реанимации фуксии после поражения мошками. Читайте, чем обработать землю перед посадкой, на сайте TuneNature.info. Пишите в комментариях, что вы делали, когда на фуксии появлялись белые мошки.